Всем привет! На связи Анна Гром, и сегодня я расскажу вам, чем занять себя во второй половине февраля. На носу огромное количество интересных мероприятий, и я вам обещаю, подборка будет без джаза. Ребят, камон, у кого звонит телефон? Выключите, пожалуйста. Аня, так это же твой. Ну что, полетели? В этот раз начнем с бизнес-ивентов. 20 февраля пройдет большая церемония, посвященная дню рождения Анны Гром. Поздравляйте меня! Шучу. 20 февраля пройдет EasyConf. Слушай, а что я шучу? У меня же реально день рождения. Ну а теперь по сценарию. 20 февраля пройдет EasyConf, товарная конференция номер один в Украине, на которой будут 24 спикера. Два потока – маркетинг и бизнес, а также выставка трендовых товаров. Организаторы обещают участникам лайфхаки в кулуарах. Интересный поворот, конечно же. Вот это поворот! Еще один бизнес-ивент состоится 22 февраля в пространстве Inveria – VTech Meetup 2020, который будет посвящен теме Work-Life Balance. Из интересных спикеров – Алла Клименко и Виктория Тегибко. Блин, я бы сходила. Готовьте денежки и спешите заряжаться успешным успехом на первом форуме мечтателей Dream Big. Кто пойдет, обязательно присылайте нам свои отзывы, хорошие и не очень. Посмотрим, как организаторы справились со своей задачей. Также в этом месяце всех медиков ждет приятная новость. Очередной медицинский саммит пройдет в Почайно Event Hall. И мне кажется, что только ради Каминского и Комаровского его стоит посетить. Ну а что, я же молодая мать. Правильно. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Пейте молоко, будьте здоровы, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. И напоследок, 28 февраля пройдет Get Business Fest. Мероприятие для малого и среднего бизнеса, которое своей странной рекламой будоражит всю бизнес-тусовку. Интересно, кто придумал эту чушь? Да ладно, мы тоже иногда придумываем чушь. Все, хватит бизнес-ивентов. Поговорим об истине, которая в вине. 29 февраля пройдет фестиваль вина. Тем, кто посетят 28-го Get Business Festival, не помешает переварить всю информацию за бокальчиком красного или белого, или все вместе, если ивент не удастся. Вино! Ну! Раз уж мы перешли к развлекательным ивентам, ловите подборку стендап-комедии, которая, как я уже говорила, заполонила Киев похлеще джаза. Хочу смеяться 5 минут! Двадцать восьмого февраля пройдет первая украиноязычная стендап-комедия в Академическом театре «Браво». 29-го Киев стендап-культ с приглашенным секретным комиком. 23 февраля будет очередное выступление подпольного стендапа с неплохим составом. Этих ребят я рекомендую, наслышано, что и правда смешно. Если вы хотите, чтобы и наши выпуски были смешными, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и все такое, присылайте шутки, тексты, не знаю еще что, главное, чтобы было смешно. Еще один комедийный ивент состоится 24 февраля. Как потратить миллион, которого нет. Совместный продукт Гарика Карагоцкого с кем-то там еще. Мне кажется, как потратить миллион, которого нет, отличное название для всех инфо-цыганских курсов. Ну что, пойдете? Что еще интересного пройдет в Киеве? Концерт Томми Кеш в Атласе, спектакль 1984 для фанатов Оруэлла, а также финал отбора на Евровидение 2020. Мне кажется, нам надо в этом году отправлять Джерри Хейл, если честно. Аня, а ты видела других конкурсантов? Нет. А почему? Им не снимал лирик-видео Мажем Продакшн. И на закуску два крутых ивента в Карибиане. Любите фокусы, магию и все такое? 23 февраля вы можете насладиться шоу иллюзиониста Романа Бондарчука. Говорят, это украинский Дэвид Копперфильд. Ну что, проверим? И последняя крутая новость на сегодня. Совсем скоро
В честь моего, ой, своего дня рождения Caribbean закатывает супер зажигательную вечеринку с Настей Каменских. Если у вас попа как у Ким, или вы просто любите танцевать под ее хиты, то welcome! На этом у меня все. Не забываем подписываться на наш канал, делиться с нами отзывами про посещенные ивенты. И вообще, не забывайте тусить почаще. Ведь когда еще, если не сейчас? Говорю вам, как молодая мать. Всем пока!